пацаны, это такой патриотический монолог. Патриотический. Все мы созданы для, блядь, творчества такого. Пользы людям, блядь. Приносить, блядь, своим телом, блядь, руками, блядь. Чтоб страна для нас, блядь, и мы для нее, блядь. Для урожая продуктов, блядь. И там, в глубине, блядь. Вот в недра, блядь, ура, блядь. И в недра ушел, чтоб давать газ, блядь, нефть. И не считать, блядь, вот эти деньги. Не только для себя, а для державы, чтобы любить, бля, чтоб вся мощь родной армии для других, бля, для охраны, бля, для охраны, бля, по периметру, бля, твердо, глядя вдаль, бля, чтоб собрать всех, бля, да, нелегко, да, и тяжело, бля. А когда для благ, когда техника в руках поет, и слава себе, и причина именно в этом, бля, и вот эти крики людей, в общем, вот, не, вот собрали всех, активно, бля, бля, уважение, бля, а вот Америка, бля, а что Америка, что Америка, звездануть ночью, подкрасться, звездануть, а что у них день, когда у нас ночь, да, а у нас ночь, значит, дождаться, когда у нас ночь, и у них, бля, разрешите ваши аплодисменты. Да. Уходящий год был потрясением для всех и многообещающим для населения. Обещали все. Это был лучший по обещаниям год. И как сказал мой друг, так хочется верить, так хочется верить. В последний раз. Да, мой друг, на этом и построены Кузбасс и Магнитка, Освенцим и Днепрогресс. Мы поверим в следующий год. Не будем надеяться на что-то большое, вроде общего счастья. Будем рассчитывать на что-то мелкое и твердое. Кто-то купит велосипед, кто-то залатает крышу. Мой сын Митька поймет математику. Я еще чем-нибудь вас рассмешу, особенно в этом прекрасном клубе с этой прекрасной публикой. Последний раз предлагаю надеяться на себя. Будем счастливы снизу, назло всем. Тогда смена властей не будет так радостна и так трагична. Злой не бывает счастливым. Добрый не бывает одиноким. Умный не бывает красивым. За новый год, за подъем присмыкающихся, за вскакивание лежащих, за рывок нерешительных, за многообещающую встречу жен моряков со студентами высшего мореходного училища, за поцелуй молодости, за крепкую руку старости, за наслаждение этой старостью и возбуждение этой молодостью, за общее движение от пения и танца к чтению и уму. И как только каждый вдруг станет доволен своим результатом, от общего результата поднимутся все. Спасибо за внимание. Я закончил.